Товарищ дядь, за время вашего отсутствия никаких происшествий по дому не произошло. Больно. Слушаюсь. Водку и закуску на стол. Есть. Товарищ зять, какие-нибудь еще приказания будут? Да вали ты отсюда. Есть. Ой, Николай Васильевич. Да. Как же это вам тещу удалось так выдрессировать? Дело в том, Федя, что был у ней кот. А? И вот когда этот кот написал на ковер, я ему сделал предупреждение. Когда второй раз написал, я ему сделал второе предупреждение. А когда третье, я его просто пристрелил. А при чем тут теща? А теща здесь при том, что два предупреждения у нее уже есть.